Друзья, съемка для канала 1, 2, 3, 4, 5. Я иду тебя искать, канал обо всем, друзья. Смотрите, какая здесь нами обнаружена пушка. Это пушка, она, скорее всего, действующая. У ней на лафете есть и... Это не шомпол называется. Забыл, как это называется, но которым заряжают пушку. Вылетело из головы. А пушка настоящая. Давайте скажем, где это находится. Это находится в городе Казани. Казанский коллекционер. Торговый комплекс Бахатле. Ямашева 79. А, ну, я думаю, что из этой пушки можно стрелять. Он стреляет дымным порохом. Скорее всего, ее делали как сигнально. Лафет из твердых пород дерева, я вижу. Наверное, дуб или бук. А сколько стоит, интересно? 20. Стоит недорого, друзья. 20 тысяч рублей. И это ваше. Будете в Казани. Если нужны подарки, оригинальные подарки, можете заглянуть. Обязательно можете заглянуть в Казанский коллекционер. Улица Ямашева, дом 79А, торговый комплекс Бахатле. А съемка ведется для канала 1, 2, 3, 4, 5. Я иду тебя искать. Канал обо всем, друзья. Подписывайтесь на этот канал, будьте на нем. Благодарность людям, которые подписались, смотрят и поддерживают канал. Берегите себя, своих близких, не болейте. И до новых встреч на канале. Лучше торговать, чем воевать. Мир, дружба, баблгам. Смотрите, какая красота. Я спросил у хозяйки этой красоты, нет ли баблгамов или этикеток. Мне сказали, что нет. Всем пока-пока. Бай-бай.